Да ладно. Вставайте, вставайте. Да ладно, ладно, ладно. Ничего. Так, можем еще три штучки не сделайте. Пожалуйста, еще. Написать. Не-не, все есть, все достаточно. Мне интересно, я ищу, чтобы они подписали. Так, а что? Вот мы еще один курьер. Что? Ага. Угу. Да. А, ну это сотрудник. Да я с ГУР. Ну, вот картинку просто. Печать уже публиковали? Родились вы где? Узбекистан. Гражданином какой страны являетесь? Узбекистан. Сколько находитесь в Российской Федерации? 7 лет. Вы работаете где-нибудь официально? Официально нет. А чем вы занимаетесь? На жизнь зарабатываете? Ну, таксую. Таксуете? А машина у вас какая? Honda Vitz. А где таксуете? По городу. А лицензии есть на занятие данного вида деятельности? Нелегальный. Нелегальный таксист, да? Судимы, не судимы ранее? Не, не судимы. И адвокатуры тоже. Развернитесь в ту сторону. И в обратно. И обратно в камеру. Обратно. Как? Погромче, погромче, голос включи немножко. Документов какой-то есть, ничего. Са. Две ты, да? Сатурус. Как? Ислам. Ислам Джон. Ислам Джон. Джон? Да. 48. Да я ее предложила свой скотч, я так сказала. Родились вы где? В городе Кыргызстан. Башер. В городе Ош. Граждан какой страны вы являетесь? Российской Федерации. Работаете где-нибудь официально? Официально нет. Судимы, не судимы? Нет. На жизнь чем зарабатываете? Ну, на данный момент работаю здесь. Здесь? Это где и кем? Наверное, оператор. Просто заполняла бланки, регистрацию платить. Какие бланки? Бланки, которые... Какие именно бланки вы заполняли? Регистрация. Эти бланки, они поддельные были? Наверное, правильно? Я не знаю. Развернитесь в ту сторону полностью, в обратную. Туда. И в камеру обратно посмотрите. Родились вы где? Узбекистане. Гражданином какой страны являетесь? Республика Узбекистан. В Российской Федерации давно находитесь? В течение полутора, около 2 лет. Работаете где-нибудь? На данный момент подрабатываю. Где, кем? Копирайтером в компании «Стройресурс». Чем занимается компания? Регистрирует мигрантов. На территории? Полностью регистрации. Ясно. Судимы, не судимы ранее? Ранее не судимы. Развернитесь в ту сторону полностью, в обратную, и в камеру обратно. Родились вы где? В Узбекистан. В Россию когда приехали? Ну, просто пришел. Когда вы приехали в Россию? 9 мая. Официально работаете где-нибудь? Ну, официально на работу деньги не получаются. На регистрацию сделан, потом патент деньги не может. Вы понимаете, за что вы сейчас задержаны сотрудниками полиции? Ну, плохо. В ту сторону разверните полностью. Полностью, полностью. В обратно. В обратно. И на меня опять.
Лежи, лежи, лежи. Я, может, деньги есть. Собаку-то надо делать. Сок собаку. Это не цао? Это не цао. Нет. Увы, ах. Вылези, вылези оттуда. Ты ему сказал? Мишень. Мишень не будет. Да? Там вниз ходит. Я ему все объяснил. Родились вы где? Республика Узбекистан, город Самарканд. В Российскую Федерацию давно приехали? В 2000 году. Официально где-нибудь работаете? Нет. Судимы, не судимы ранее? Была. А в каком году, за что? В 2013 году по подделке документов. А в настоящее время понимаете, за что задержано сотрудниками полиции? За что? За организацию и подделку документов. В ту сторону поверните полностью, полностью и в обратную, и в камеру обратно повернитесь. Родились вы где? В Россию давно приехали? Когда? Первый раз в 2007. Еще раз. Первый раз в 2007. Вы гражданин какой страны? Узбекистан. Работаете где-нибудь официально? Официально. А, судимы, не судимы ранее? Нет. Сейчас понимаете, за что задержаны сотрудниками полиции? Ну, понимаю. Что понимаете? Давай, что вы понимаете? За что? Что задержали, что... За что? Фальшивые там типа документы сделали. Угу. Развернётесь в ту сторону. В обратную. В обратную и в камеру обратно. А, родились вы где? А в каком году вы родились? А в Россию когда приехали? 3 месяца назад, на сентябрь 11. Работаете где-нибудь официально? Официально на Таганском. Сейчас понимаете, за что вас задержали? Да, понимаю. За что? Ну, нельзя там документы делать. Развернитесь по ту сторону. В обратную. В обратную, туда. И обратно в камеру.